Всем привет, наши хорошие, с вами, как всегда, Максим и Катя, канал GG Family. Катенька, здоровайся. Всем привет. Да. Пошли бабу быстрее бить. Баба, стой. Я уже плыву. Давай ее изнасилуем еще. Стой, шлюшка. Слушай, в общем, ты видишь, изнасиловать? Ты куда? Ох, ни хрена, у нее дрын. Она опять пошла этих. Она этих безобидных бьет, сволочь, а. Аллигатор, Максим, помогай, помогай. Ох, а он злой, кстати. Да он просто убивает. А нет, вообще-то легенький. Вот это... А меня куснул, сволочь. О, с него голова крокодила. Катя, она опасная. Ай, да чё ты меня не бей, хватит. Кать, сделай что-нибудь. Что она меня сделала? Вообще, у меня увечья. Она изуродовала меня, чё такое? У неё броня. Да дай мне хоть что-нибудь. Сейчас дам, сейчас. Смотри, у неё, короче, безупречные средние сапоги и безупречный легкий тюрбан. Тебе сапоги или тюрбан? Не знаю. Что не жалко. Подожди, а я могу тебе как-то передать? Стой. Я могу тебя пригласить только в клан, да? Ладно. Держи. На, броню, ты же мужик все-таки. Она, а ты все делаете обмотки, ну, на руки? Да, делал. У меня обычные есть. Так, у меня два клыка. У меня голова крокодила. Я можно мощность. Будет потом... О, и три... Тесаное дерево. О, ништяк. Нормально. Так, а ты ее разделала, нет? Да, да. Когда успела? Вон там, смотри, я еще вижу этот костер. Пойди. В общем, в той серии а закончили серию. Тебе, кстати, серии. Надо еду, нет? Нет, у меня эти. Хотя. Ну-ка, дай хоть посмотрю на тебя. Мощь. Гада крутой, тебе ботиносы там все это. Кстати, есть покушать мне все-таки, дай. На. Если есть. У меня только яички. Боюсь спросить, сама, чьи. Сама пошутила, сама посмеялась, нормально. Мне холодно почему-то. Че, плывем? Надо их это врасплох застать. Да нафиг ты факел тут. На! О, слушай, он броник, у него может что-нибудь прикольное будет. Он в юбке в какой-то, в кожаной. Че, было что-нибудь? Да, Кать, это, металл, стрелы. Металл есть тут. Ну пойдем бобец сначала забьем. Эй, женщина. Иди сюда. Муца пошла. Титьки, титьки, титьки! А я-то не вижу титьки же. Да ты. Да хватит меня бить. Почему меня все бьют, я не понимаю. У меня 23 камня было. Я пошел металл добывать. Тебе не скажу, где он. Пойдем, покажу хоть как выглядит он. А... Вон, бери маленькую кучку. Он такой синий, но, да? Я же тебе говорил, да. Все, отлично. Слушай, тут надо поискать тогда. Может, еще где-нибудь есть. Так. Надо это же еще. Че? Ну, этот поставить-то нам надо будет. Верстак плотник, это чтобы тесаное дерево делать. Да-да-да. Ну, мы же нашли немножко этого дерева. Три штуки. Так, че, пока домой возвращаемся, значит? Да я смотрю, может, тут еще есть железо. Тут что-то пока не входит. Я думал, людей ищешь. Эй! Тут, короче, какие-то... Ой, сундук нашел! Они о, нифига. Черепашек обижают. Прикинь, я сундук тут нашел. Молодец, где? А, вот возле костра. Они тут запрятали его в кустике. Тебя там что, бьют? Нет? Живая? Нет, я уплыла. Меня хотели. Я хотела заступиться за маленьких черепашат этих. Так, давай пока домой, там встретимся и решим, что будем делать дальше. Угу. Так, здесь был крокодил. А ты, кстати, с каким оружием ходишь? С этим, с каменным мечом. Да, я тоже. А с каким еще можно? Не-не-не, никаким. Не, может, и опять с копьем? Не. У нас такой классный дом. Че в сундуке-то было?
А, дерево и камни. Да. Не, ну, видимо... Улов. Ну, теперь главное, мы будем знать, что у них могут быть сундуки, и будем их искать. Он прям был спрятан был прям в кустах. Так хер найдешь. Да ползи ты, человек-паук. Там, короче, вот ходят такие же большие, как у нас вот эти ходят, большие черепахи. Только они, короче, красные, они на вот этих простых нападали. Я хотела заступиться, но их там было очень много. Я это, секанула. Секанула? А ты вот факел, да, постояла на улице? Угу. Там и на стенах дома висит. Надо будет еще сделать. А как его зажечь, или он сам зажжется ночью? На него нажимай. Главное попасть на него. Нет, я нажимаю. Его. Нет, ничего не происходит почему-то. Прям на верхушку старайся. У меня написано... А, все, понял. Как теперь потушить? Там надо прям попадать на этот верхушку, ага. где зажигается. Понял, не дурак. Не дерево надо. Так, так. Так, надо, короче, еще один сундук. Сейчас сделаю. Ты же его не изучал уже. Нет, я не изучал. Поэтому говорю, что мне дерево надо. Ты волокна насобирай тогда. Тут 250 есть. Ой, есть. Так, истрепанный пергамент. Вон сюда семена буду складывать. Видение. Всякую хрень пишет. Тут я ставлю. У меня уже наручи побитые. А, они что, ломаются, да? Да. Тут одежда ломается. Прикольно. А смотри, вот это... у тебя тоже, скорее всего, они не целые. А, ну да. Голова вообще почти сломанная. Можно красить сведения. Ну, это мы тогда с тобой, Максим, когда просто играли, краситель находили-то, У-у-у. С них выпадали. Прикольно, прикольно. Освежуйте животное ножом с корняка. Какой-то нож можно с корняка найти? Ну-ка. Мне прям интересно. Ну-ка. Нож. Снег. Так. Что я тут могу построить? Стол. Тоже тёсное дерево можно. А, вот, с 15-го левела можно будет открыть железный нож с корняка. Нужен верстак коваля. Мы пока его не можем сделать. Я так понимаю, что нам сейчас нужен уровень, да, как можно больше. Так что я пошел добывать, ну, например, дерево. Это ты бегаешь? Да, Максим, ну кто же еще? А мало ли тут у нас это... Рейд. Какой-нибудь засунутый казачок. Ага. Ага. Кто будет рейдить нас? Думаешь, те придут мстить? Ну, туземцы. Тогда уже аборигены больше. Так, до железного нам еще далеко, да, я как понимаю? Ну, блин, нам надо 75 слитков металла. Я уже изучила, но не могу сделать. Мы уже и на мечи железные перейдем. Вот в этом роде. Лук себе сделать точно же. Сделать. Печевки, блин, эти задолбали уже. Сломалась? Ну. Я слышал. Че, 10-этажный дом будем делать? Или 15? Ага. Ну тут там как в расте никто не отберет. Ну да. И опять Человек-паук, я поползла. Ой, капец. Надо будет еще факела сделать. Напомни потом. Который на улице ставит? Что ты себе... Нет, чё я себе? Кровать не сделаю. Надо сейчас что это дерево, да. И я двухспальную кровать сделаю. Ты каменный меч выложил? Ты чем берешься-то? В смысле выложил каменный меч? Нет, у меня есть меч. А, я с этих походу каменный меч получила.
сама выложила и на меня тут сейчас гонишь, да? Нет, нет, не выложила, он у меня в инвентаре лежит, я зацепила. Что-то я хочу посмотреть, сколько опыта дают. А что-то за это нифига опыт не дают, кстати. Что? За добывание камня. Да фиг знает. Мне кажется, дают. Ну-ка, за собирание этого. Тоже что-то не особо дают. Странно. Я из-за тебя мысль потеряла, что мне надо сделать. Во-первых, ящик надо, да, сделать еще. Ладно, попробую убить гориллу. Так, а как... Как-то... Чё? Что как-то? Что? Нет, ничего. Я хотел уклониться от удара, заблокировать атаку. А как? А, на альт. На альт. А, на альт. Угу. А как блок ставить? Как плотника. Правой кнопкой мыши тоже написано. А у меня он бьет. Нет, вспомогательное оружие или блок левый контур. А, блок щит, наверное, надо делать. Да, скорее всего. Так, верстак плотника же, да, я делаю? Угу. Да. Разыщите лагерь Дарфари теперь. Это, видимо, другие кочевники вот эти вот. Другая нация. Постройте дом, заблокируйте атаку, освежуйте животное ножом с корняка. Но у меня ножи... Так, это что у нас? Ну, мне тоже освежуйте. Поставить. Кого? Ну, плотняцкий вот этот хрень. Плотняцкий? Поставь. Ага. Я не знаю, если на первом этаже есть место, на первый ставь, если на втором, то на втором. Наверх, наверное, лучше. Он слишком большой. Плотняцкий. Во, а, он такой плотняцкий. Угольный. Вот, тесаное дерево можно сделать. Ой. Делай. Я сейчас кроватку сделаю тогда. Надо дерево. А что? А, надо же положить дерево. Сколько тебе надо вообще его? Сейчас скажу. Надо спалку. Ну. 4. 3 у нас есть. 4 дерева надо, 20 шкур и 5 бечевок. Какие ты же вообще жируешь. А до спальни это типа мы вдвоем можем появиться? Ну да, скорее всего. Можем, ты же пики пили. Дурак. Так. Ну держи, я выложила вот сюда. Угу. Не надо идти. Так, сундуки еще сделай. А то это... А я сделала их, надо поставить. Так. А, у нас шкур. А, о, нет, шкур у нас хватает. Что там, бечевки? Все, вот, погнали. Вот, у меня есть 5 бечевок. Ой, не, а у меня есть. Так, вот смотри, возле костра это с едой будет. Я его, кстати, криво тут поставила. Блин, вот это немножко мне не нравится. Как-нибудь... Я же сделал кровать? А где она? Или не сделал кровать? Что-то я не понял. Я ее убрал, что ли? Вот, здесь еду, короче. Вон, Максим, ящик под лестницей еще. Угу, ящик хорошо. Под лестницей. Давай под лестницу тогда всякие вот эти камни, вот это все. Ветки потолки. Ну, перекладывай. Потолок из песчаника. Зачем нам потолок из песчаника? Я нечаянно сделал. Ну, он в любом случае нужен. Все сделать. Почему первый раз у меня не сделалась она? Еще я хожу еле-еле. Блин, так. Дерево взяла. Мне Кать, ждать, иди кровать нужно. Тогда забери опять. Да ёлки-палки. Ты дашь мне сегодня поспать спокойно? Ну тут спать нельзя, да? Вот эта кровать так, блядь, она столько места занимает. Надо еще один этаж делать. Ну как тебе?
Так чего мы тупим-то? Максим. Чё? Возьми просто возле дома мастерскую построй, да и все, и туда вон вот эти всякие верстаки поставим. Еще один домик? Чтоб... Ну да. Одноэтажный, такой длинный какой-нибудь построй. Ну, построй, и все. Мы туда верстаки всякие сложим. Так, а где все? Куда ты перенесла? Под лестницей. Опять ночь, что-то вообще прям. Ночь. Ой, у меня перегруз. А ты можешь в той кровати авторизоваться, которая вот большая? Сейчас попробую. А с какой стороны кать построить? Слева, справа? Все, точка возрождения обновлена. Ну все. И у меня, да, осталась она? Да, все ништяк. А что с этими тогда штуками делать? Их выложить в ящик? А их разобрать же можно. Да? Да. Нет. Можно. Нет, только бросить и все. А, ну их, да, их нельзя. А вот одежду, например, можно. Нельзя, а только ремонт, либо красить. Нельзя разбирать тут ничего. Не знаю. Я видел, что можно что-то разбирать. Да где ты видел? А можешь, я гоню? Конечно, гонишь. Может быть, гоню. А как это тогда? Фиг знает. Что я сделала? Я не знаю. Я не вижу. Нажал и камень положился. Пинил, что ли? Ни хрена не видно. Где? Где факела? Максим, блин, лестницу прям в факеле поставила. Протухшее мясо. Что за протухшее? А, испортилось мясо. Мясо? Да. Хотите его пожарить? Его нельзя пожарить? Да вряд ли уже. Да выкидывай. Чё ты? Чё мясо-то это не пожарилось-то? Тебе мясо надо? Да почему я не могу разместить? Чё? Зачем? Ну, в принципе, ладно. Догадаемся, что здесь вход. Так, стены теперь. Все, уходи. Зачем в ящик? 5, сколько там получится-то? Парочку. А зачем этот нужен? Вот этих. Кошениль. Вот этот. Кто? Кошениль, зачем он нужен? Кошениль? Я даже не понимаю, что это. Ну ты жучков какие-то принял. А, я нашел их. Я не знаю, зачем мне нужны, Кать. Ты говоришь, как будто я с тобой на непонятном языке разговариваю. Так, у нас человечина, капец. Просто. Пожарим ее. Так, и дверь. Так. Я лук себе хотела сделать. Тут ты все украл. Так, ну слушай, надо переносить эти. Переноси. Забрать. Шеймер. Че, это тоже заберу твой, который ты ставила? Да. Все забрал. А, блин, забыл потолок сделать. Ну ладно. Надо это, блин. Всякие штуки. Во! Дерево, теперь дома не будет мешаться эта вся фигня нам.
Отлично. Ты тут построил. Ой, печку можно сюда тогда. Да, и печку, наверное, можно тоже поставить в угол. Накажи ее, в угол поставь. Получается? Все, красота. Торчит сбоку. Сбоку торчит чуть-чуть, но. Ой, да и ладно. Торчит, торчит. Надо тогда сундук вот этот? Или это другой уже сундук какой-то? В котором у нас там вся эта фигня. Тоже туда его перетащить. У нас получается только кровать. Ну сюда надо будет стол сейчас сделать. Там все красиво, чтобы было. Так, сейчас тогда сундук. Я промахнулась, случайно пол сломала. Окей, я сделаю. Вот, пусти. Ага, женщину. У меня не хватает камня. Сколько? 31. Да я пойду добуду. А то ты еще чуть-чуть сломаешь. Ящик тут поставлю. Так не ходите тут уже, пугаете. Ну пусть тут железо тогда хранится. Ну, ага. Ну железо, камни, все там пусть хранится. Дерево тоже пусть там. Да, конечно. Мне в любом случае камня надо дофига, сейчас надо же еще крышу нормально сделать. Мне тоже надо камни. Нам же эти кирпичи надо. Да. А кирпичи ну, для чего добывать. Я забыл? Ну, чтобы мы могли уже металлическое все делать. А. 75 руды надо. Угу, окей. А, ну руда нужна. Ну да, но 75 слитков железных, у нас только 15. А они выпадают, да, когда камень просто бежит или нет? Да. Или да. Случайно, да? Ну да, рандомно. Ох. Причем сбоку они не пишутся, но выпадают. Угу. Я, кстати, знаю, где есть еще один камешек. Ну, по идее, должен быть там этот с рудой. Где? Можно сходить сейчас куда-нибудь еще подальше, и там, может, подраться и что-нибудь найдем хорошенькое. Может быть. Блин, эти меня задрали. Нафига мы тут поселились рядом с ними, а? Кто? Дудят мне в ухо постоянно, блин. Призраки эти. А-а-а. Я тут ни при чем. Так, фундамент. Зато дом хотя бы видно издалека. Так, фундамент сделал. Так, где-то тут у меня крыша лежала одна, вот она. Крышу я не ломала. Так. Надо сделать много крыши. Кстати, можно, может быть, какую-то другую крышу попробовать сделать. Моднявую какую-нибудь, соломенную. Не, соломенная нафиг не нужна, да, наверное? То зачем? Делаешь все по феншую. По феншую? Ну да, делал каменные, так делаешь каменные. Не, я думаю, просто такую угловую сделать. Ну, она чтобы такая была. Красивая. А вдруг тебе прям третий этаж захочется? Ну, сломаем ее, да и все. А, ну, ну да. Ладно, давай тогда обычный пока сделаю. Мне же захочется по-любому третий этаж. Я вот больше, чем уверен. Вот и я про это же. А факел не тратится? Не знаю. Там не было времени написано на нем. Ну, все тогда. Блять, не туда поставил. А почему я здесь не могу поставить? Чувак создала. Скажи мне, зачем я это сделала? Из-за кровати, что ли, не могу? Что за фигня? Что у тебя там опять? Я в одном месте кровать не могу. Ой, не могу поставить крышу. Может быть, из-за кровати. Сейчас я попробую кровать подниму. Блять, я вообще застрял тут.
Да, скорее всего из-за этого. Десантура. Почему ты не можешь, я не пойму. Что тебе мешает? Что ему тут мешает? Не знаю. Прикол. Вот это прикол, как говорится, блин. А что делать тут? Ну все стоит видеть. Да ставь дырку, чё. Да прям над кроватью. Ну я кровать уже поднял. Ну-ка. Ну кровать-то переместить ты можешь. Сейчас, может, получится нормально. Да, все, получилось. Рядом сломал и... это. Что ты сломал? Крышу. Блин, у тебя материалы закончились. Знаешь, бывает, почему еще холодно. Ты типа воду пьешь и холоднее становится. Угу. Так, тогда не забудь это авторизоваться в кровати. Угу. Так. Я тут бегаю еще, может, найду железную руду где-нибудь. Пока у меня чуть ни одной не выбилось. Пойдем лица ломать. Да подожди своими лицами. Так, а растительные волокна куда складывать? Тоже к печкам? Не знаю. Куда они? Ветки. Да пусть тоже здесь. Не, ну прямо обжились мы тут, конечно. Неплохо, так неплохо. Ебать, что сейчас было? Так, семена сюда переложила. Тут камень свалился. Тут только мне падаль, чё? Не понимаю. Я большой лагерь нашла. Ой, пойдем сейчас, возвращайся и это. Так, видишь, где я? В конце ручья, короче. Сейчас, подожди. Там прям на конце ручья. Ладно, возьму так вот много. Все, сейчас тогда бегу к тебе. Человек, смотри, подожди. О, нифига ты там. Домой надо, потому что не дай бог убьют, ничего потом бежать, что ли? А, ну да. Давай я тогда тут кое-что куда сбегаю, я не знаю зачем, почему-то на карте у меня это... Че тут деревья падают сами по себе? Ну, перерождаются, наверное. О, черепашка что-то кусает. Слушай, эти восстановились, мужики. Прикинь. Какой-то злой большой за мной бежит. И лишь бы вот ломать только лица. Сейчас мы зайдем, их там дофига, а то они нам лицо сломают. Умри. Надо. А у тебя нет волокон? А, я положил туда, к печкам.
Ты ж проход сделал такой. Ну, там почему-то только в этом месте поставилась. Дверной проем. В другом не хотела. Я бы в другом, конечно же, поставил. Я знаю, что там не очень удобно. Добытчик несет мясо домой. Давай, давай, добытчик. И у мужичка еще это 17 камней забрал. Это вообще все мужика обокрал. Слушай, но темнее, чем мы сейчас пойдем ночью. Да пойдем, пойдем, факел же есть. Сейчас подожди, я домой занесу. Темнее. Да не, нормально еще. Так, так это нам сюда. Это сюда. Шкуры. Я стрелы взяла. Так, шкуры сюда, насекомые сюда, это сюда. Так, а человечачину куда складывать? Вот здесь, ну, кинь в костер. Ой, давай ты сама потом. Пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. А, подожди, ну, кровать-то это. А, ну все, мне не надо регистрироваться, тут уже пишет владелец. Так вот, иди, ну все. Веди. Жди, мой проводник. Сейчас. Я тебя повышу в клане. Старейшина. А, над характеристики-то ты раскидал? Ой, точно, точно, точно. Сейчас, чтобы лица разламывать хорошо. Сила, проворство, живучесть, выдержка, грузоподъемность. У меня почему-то плюс 4, я не знаю почему. Написано. Блин, я проворство случайно прокачала. А что, не надо? Что она дает вообще? Не знаю. А, при беге расходует меньше сил. Нормально. Урон от падения снижается потом. Кого ты не то смотришь? Проворство. Определяет, насколько ловко вы будете двигаться в различной одежде. Ладно, не важно. Ну и все. Мне 24 очка доступно. Офигеть. Ну этого, чтобы крафт открывать. У меня уже, кстати, 15 левел. Пошли. Че, подожди. Все, погнали. Лук себе. Ты без меня там не начинай. Че, пописить встала? Лук, говорю, сделала, зарядила стрелами. Вот вот осторожно пробегает вот этот злой вот этот вот. Ну, нифига. Красный. У него не, глаза. Можно попробовать. Давай попробуем зафига. Давай попробуем. Ух ты. Ой, у него череп нарисован. Он тебя убил? Нет, еще. Ух ты. Эть, альт. Да садись ты, блин. Ой, я сейчас рип. Уходим. Почему у меня кровать не действует? Не действует все-таки? Нет. Мне сейчас в пустыне до дома бежать, прикинь. Ну, так неинтересно. Походу кровать одноместная все-таки. Или либо ты не авторизовалась то, что. Там написано же. Не убил черный капа. Ау, меня сейчас тоже кто-то убьет. Ай! Отстань! Я убегаю в домик! Сейчас как раз расфигачит нам дом. Это что это там? А, труп мой. Там обыскивать-то нечего. Ну да. Тут же стоит, чтобы не выпадал. Я сейчас подхилюсь, я ему дам еще. Прикурить. Он что-то хавает. Он наш, что ли? Да. Посмотри, как бы он там не отхиливался. Он куда-то побежал. Минута. Ворот, блин, поворот. У меня сил нету.
Ты, ну почти же зафигарили его. Ой, у меня жизни вообще мало очень. Ай! Сейчас... Так, меня убили. Чуть-чуть осталось добить. Ты не умри только, или ты умерла? Я умерла. А ты где? Ты в пустыне? Нет, я в кровати могу. А почему я нет? Не знаю. Ты не, то, что не авторизовалась, наверное, все-таки. Да там же написано владельцы оба. Две могилки такие. Чё, тварь, засал? Да у него осталось чуть-чуть добить-то. Бля, ну так больно бьет. Ну, ай, да не, ну хватит. Ай, выносливость! Ну, бля, пиздец. Ты опять умер? Да, да у меня, он выносливость просто у меня съел, и ну, всё. Ну, во-первых, ты когда... Пол хп у тебя нет было или полное? Но я начал отхиливаться чуть-чуть. Сейчас вдвоем за это забьем. Ну вот, использовать и все равно я не могу. Я могу ее снести, могу вернуть к снаряжению. Короче, я себе подстилку тут сделаю. Ну, кидай подстилку и пойдем его бить. Потом будем трупы наши разделывать. Пока он не ушел. Где там соседи орут, так ругаются. Все? Бегу, соседи там ходят. Давай, пока он меня бьет, давай. Все, отлично. Уровень дали. С него должно быть дофига всего, по идее. Кровь демона? Пути. Это, походу, какой-то одержимый, наверное, монстр просто был. Ну, ты видел, какие у него глаза? Угу. Чё, трупы наши разделили? Мясо. Алхимическое... Расширенный дым-набор для оружия с него выпал. Ништяк. Набор снимает для починки поврежденного оружия. Это, наверное, для железного. И алхимическая основа. И кровь демона 35 штук. Черная жидкость. Слушай, ну не зря, значит, били. Угу. Пойдем, все сложим. Ага, пойдем. Охренеть, блин. Чек-паук. 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 Это уже трехэтажный дом, что ли? Нет. Нет. Да, ёлки, да дай пройти. Так, а это мне надо все туда сложить, значит. Восьмерочку пьем. Так, надо поесть. Все. Все, веди меня, моя дорогая. Возьму 4 человеческой ноги. Жареной. Да. Блин, я хз, как я сейчас буду с таким этим драться. С чем? ХПшки мало? Хп это половина, но... Ну ты отхиливайся, пока бежишь. Я уже почти отхилился. Таракашками этими. Главное еще на одного не нарваться. Ты пробегаешь, да ничего. Просто я думал, что он не такой жесткий. А оказалось. А оказалось наоборот. Зато эпичная серия. Эпический бой вообще был, да. Три раза умерли. Или сколько? Не, два раза, получается, я умер. Или подожди. Я вообще с пустыни приходилось бежать. Диспа. А, подожди, вон, да? Я отхилюсь? А, нет, нет. Да, вон, там дальше. Ну, это может быть вот эти вот, лагерь Дарфири.
Может быть такое? Ну, у меня такое не написано. Не написано? Ну, она, интересно, засчитается. Она засчитается, да, засчитается все равно. Зачем я ветку взяла? Вот, короче. Ага. У меня есть лук. Ой. Ну ты давай потихонечку выбивай их. Пусть они по одному бегут к нам. Блять. Бать, вот женщина тут бьют уже. Всё. Да, все, успокойся. О, стрелы мои. Ну, забирай, забирай. Точнее, не мои, а у него там стрелы были. Ну чё, давай следующего выманивай. Это уже какой-то форест начался, блин. Единственное, не страшно так. Давай, я выманиваю. Ему похрену. Он греется. Значит, я его так убью. А у тебя стрелы не заканчиваются? Заканчиваются. А я же все 60 штук сделала. А вон, Кать, слева, слева, смотри, вон стоит. Не вижу. А, вот. Да уже бежит к нам. Тупит безмолвие какое-то. Да. Да, это именно то, что нам надо было. Ага. О, стрелы. Отлично. Че, их сразу может разделывать? Они шкуру дают. Вот это вот нам, что надо. Смотри, сундуки тут могут быть. Максим, Максим, пробежал тут мимо. Так, ну ты можешь поможешь мне, или будешь труп разделывать? Помогла, ага. Чувака, это, рука отрезалась. О, слушай, у него там что-то есть. Какие-то оливки или что-то такое. Они тут дают всякую хрень, кстати. Тут полезно убивать. Так, что я? Блять, заметили. Давай их сначала убьем, а потом будем уже это... Максиму кто-то! Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай! Да, блять, ну ты тихо! Если он тут ебурит! Я не понимаю, кто кого бьет, блин, что происходит! Сейчас прибежит еще. Ага. Так, я пока хилюсь. Так, бежит. Я, как я в тот раз таргет сделал, я вот не знаю. Вот как вот я вот так не промахиваюсь, скажи мне. Не знаю. Там смотри уже, танцует, блядь. Видишь? Нифига она! Сейчас я их сделаю, подождите. Ой, сундук нашел, сундук нашел. О, железная кирка, хрусталь, стальной брусок, толстая кожа, деревянная миска, закаленный кирпич. Нормально. Офигеть. Так, надо у других палаток тоже посмотреть. А у меня нагрудник из человеческой кожи. Ах ты, сука. 4 железа. Ах ты, нехорошая редиска. А, это вот ты нашел, да, сундук? Да. Такой обычный ящик. О, Максим, тут тоже есть эта женщина. Бежит, бежит. Призрак. Блять, я ее всю разрубала, бедную. Кстати, красители нашла у них. Так. Это вот она вот танцевала, здесь, нет, здесь? Вот. Ой. Эй, Максим, меня бьют! Алло. Да блин. Я промахнулся. Новые эмоции. Мне вообще не пишут. Новые эмоции. Нет, и вот эти читаешь? Смотри, вон, отспаунился. Отспаунился? Да, мне кажется, да. Гори, да сука. Да сгоришь ты в аду. Ой, рука отвалилась. Еще красители. Ищи, Максим, сундуки. Угу. Ты разделываешь? Ну, все это еда сюда. Да. Ты ж, ты ничего в кустах прячешь? Ну, там вон еще, Кать. Вон еще двое. Что? Иди, стрельни. Ты где? Вон, видишь, стоят? А, все.
Угу. Блять, их там трое, опасно. Так что давай, дамаж как можно больше. Бей эту женщину. Ага. Ты им волчки-то. Этот опять сидит. Нет у них ничего. Ой, я соберу чего у него, ладно. Угу. Стонет от боли, но сидит, ага. Блядь, дальше. Нет, лук полезная тема. Ну да, надо будет тоже сделать себе. Ой, сундук. Задолбал. Дыхательное зелье, мясные ломтики, стеклянная это, хрусталь, стальной брусок. Прям неплохо мы тут. Так, ну-ка, интересно, что дальше там? Там какой-то храм. Ну, пойдем сходим. Вы открыли клоака. Опа, тут тоже эти чуваки. Где, где, где? А. Вот, убивали кого-то, смотри. Жертвоприношение, наверное, какое-нибудь. Ну-ка, я хочу посмотреть. Да. А, ну все, больше. Тетку закололи. А нельзя ничего читать? А, вот, смотри, можно. Mm-mm. Вот сюда подойди. Ну это все равно ничего не дает. Сюда нельзя, да, прийти? Mm-hmm. Slave, you have been chosen to maintain those sewers, to sleep with the debris and creatures which gather in the foul smell of darkness. Be honored, bonded one, and be wary. Strange things grow in the gloom of those tunnels. Ну все, можно идти ну, домой. Ну неплохо. Да, и я думаю, мы уже без записи пойдем домой. Ладно, ребятушки. Блин, отличная серия получилась. Эпичная прям. И вот мы ночью опять возвращаемся, да, домой. В общем, всем спасибо за просмотр. Если понравилось видео, конечно же, ставьте лайк. Не забывайте подписываться на канал, жать колокольчик. Писать комментарии, какие-нибудь подсказочки. Может быть, куда нам еще сходить надо, напишите. Пока у нас... Хотя, наверное, нет. Можете, наверное, не писать. Потому что, когда выйдет серия... У нас уже не будет доступа к игре. Так, надо факел врубить. В общем, ладно, всем пока. Всем пока-пока.